Часы каминные или, можно сказать, кабинетные. Надпись «Казахская ССР 40 ил», что в переводе с казахского означает «Казахская ССР 40 лет». Всадник с флагом, секундная стрелка, что большая редкость для таких часов, обычно только часы-минуты. Корпус и шпона. Единственный недочет – сколот кусочек шпона наверху, забит гвоздиком. Заводятся они ключом. Ключ в комплекте на донышке. Идут отлично, уже третий день. Настроил часовщик мой знакомый, который делает все часы. Но больше я ничего не трогаю. Единственное, скажу, что часы очень редкие. И продаваться будут от 8 тысяч. Ну, пожалуй, все.